На Пушкинской произошло дорожно-транспортное происшествие, виной всему не очень благоприятные условия для движения, в частности открытый колодец и светившее вечернее солнце. Солнце действительно ослепило водителя Toyota Kluger Plus, ко всему мужчина отвлекся на большую яму при выезде со второстепенной. Одно наложилось на другое, и все эти обстоятельства переросли в ДТП. Водитель Toyota Prius двигался по главной дороге и совершенно не ожидал увидеть перед капотом своего автомобиля кроссовер. На самом деле он выскочил прямо неожиданно. Там еще одна машина выезжала. Я ехал просто и в последний момент он так морду раз и высунул. И все. Я не успел так прям мгновенно среагировать. Я видел колодец, просто светило солнце в глаза. И вот просто из-за машин не видно было, выехал. Такая ситуация. Оба автолюбителя вынуждены ждать приезда сотрудников полиции, так как разойтись по Европротоколу не представляется возможным. Повреждения Toyota Prius тянут на гораздо большую сумму, чем 50 тысяч рублей.